Всем привет! Сегодня поговорим про перетренированность. Пока вам говорят о том, что нужно вкалывать до потери пульса или сидеть дома, действительность такова, что вы должны тренироваться столько, сколько это реально необходимо, а не как можно больше. Хотите нарастить мышцы? Подберите для себя адекватный уровень нагрузки и обеспечьте себе восстановление. Если же вы не будете за этим следить, вы можете поставить крест на своем росте. Вот 6 индикаторов вашей перетренированности. Решение одно – снизить уровень нагрузки. Можно также ускорить свое восстановление с помощью увеличения потребляемых калорий и других приемов. Если вы находите себя на данной картинке, вам будет лучше снизить уровень нагрузки до оптимального, хотя бы на время. Окажите себе услугу, тренироваться тяжело и по-умному, и да пребудет с вами масса. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!